мы не расставались навсегда. Экс-супруг Джоли откровенно об отношениях с актрисой. Режиссер Билли Боб Торнтон сообщил журналистам, что до сих пор испытывает нежные чувства к бывшей супруге Анджелине Джоли. Пара распалась почти 20 лет назад. Бывшие супруги поддерживают связь. Несмотря на тот факт, что развод сопровождался чередой ссор и взаимных упреков, Джоли и Торнтон находятся в хороших отношениях. Правда, видится довольно редко. Мы хорошие друзья. Мы дружим годами, годами и годами. Так что мы не расставались навсегда. Она редко бывает в городе, поэтому мы мало видимся, но разговариваем. Рассказал Торнтон репортерам, сообщает Киноафиша. Об отношениях с бывшей женой знаменитость поведала прямо на красной ковровой дорожке американского телефестиваля «Трибэрика». Напомним, что режиссер исполнил главную роль в третьем сезоне сериала «Голиаф», который включили в программу мероприятия. Публикация фотографии из Инстаграм. Звезды поженились в 2000 году. Они прожили вместе 3 года. Торнтон признался, что единственной причиной расставания была его болезнь. Агорафобия, боязнь открытого пространства. Мужчина чувствовал себя некомфортно во время выходов в свет, куда так стремилась его охочая до внимания жена. На этой почве возникали конфликты, и выходом из ситуации стал развод. Впрочем, это никоим образом не мешает голливудским знаменитостям сохранять друг к другу теплое чувство. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Сенсационное признание Гузеевой о сексе. Ненавижу это дело. Топори обворожила народ снимком в купальнике. Зачем родственники истязают Лидию Федосееву Шукшину? Не описать то горе и ту тоску. В семье звезды «Дома-2» случилась страшная трагедия. Стоило ей очень серьезной крови. Меньшов высказался о внезапной популярности дочери. И многое другое.